Ну что, сегодня новые экстремальные у нас игры. Позвонил его знакомый хороший. Застрял, бросил машину. Поможет только лебедка. Ну вот мы здесь. Друзья приехали спасать друга Раиса. Тундра. Раис на сурфе. Раис только обул кайфовую зимнюю резину. Решил по полю прокатиться, посмотреть, как себя поведет машина. Мы, как обычно, вытащили всех. Мы помоем. В жопе. Значит, тундра назад ездит гораздо лучше, чем вперед. Расскажи мне, зачем он поехал на пашню? Там не пашня, там дорога, он там вчера гонял. Он поставил новую резину зимнюю и решил проверить, да. Он туда-то сгонял по этой дороге, полпоселка объехал, не смог пробиться, и дальше жопой опять этот километр ехал назад, как вчера. Понятно. Я решил, поеду туда, и туда его стянуло. То есть здесь дорога идет, но его стянуло на пашню. Все, да. Понятно. Привет всем моим подписчикам и друзьям. Я вам отправлю моё видео, потому что у меня два зуба цатается. А значит, зубная фея мне подарит две денежку, чтобы я купила фикси. А еще, чтобы у меня уже два зуба выскочат. Поэтому еще зубная фея, наверное, мне еще даст костюм Савуни. Красивый, да, костюм Савуни? Да. А сегодня я вас люблю. Люблю всех и каждый год. В общем, поперекопали мы тут все. Я развернулся, у меня получилось. И здесь внизу грязь. Колеса зализываются. Ехать не хочет. Сейчас за Раисом зацеплюсь. Выйду. И алга. Какая красота. Сам по себе таскает на трусе. Дядька на квадрике. Хотелся ты проехать на квадрике? Он говорит, я на квадрике не проехал, а вы тут собрались на чем ездить. Ну вот, наше путешествие на сегодня пока еще это закончилось.